Всем привет, ребята! С вами снова я, Майнкрафтер Фоксик, и добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем ролике я захотел себе завести курочек, построить, как говорится, курятничек на берегу вот этой вот речки, моря, или что это, или озеро, я не знаю. Напишите в комментариях, как вы думаете, а я покажу вам сегодня, как построить красивый, классный, деревенский курятничек в Майнкрафте. Вот, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал, а я не вижу смысла затягивать, начинаем. Итак, ребятки, я взял кое-какие предметы, и сейчас мы с вами начинаем строить. Как говорится, с чего начать? Давайте начнем сначала с домика самого курятника, потом построим загородочку и всякое такое. Вот давайте, например, вот тут вот начнем строить, тут вот вторая будет. Давайте поближе чуть-чуть, вот так вот, оп, вот вторая, вот тут, значит, будет третий дубок, да, вот тут, а вот тут, значит, четвертый. Вот, вот так вот мы, значит, поставили, наметили наши столбики. Вот тут давайте сделаем, значит, вот такой вот, значит, из полублока вот такие вот полы. Вот так вот вот. A few moments later. Вот так вот, ребятки, я сделал полы. Значит, сейчас мы вот тут вот так вот эти поставим. Вот так. И вот так вот. Вот уже, ребят, кое-что смотрится. Так, а теперь вот, я вот думаю, надо как-то начинать делать стенки. И мы, значит, будем их делать. Я вот предлагаю сделать вот из-за таких вот тут ступенек, только немножечко сейчас давайте вот так вот тут, подождите, вот так, опа, так вот тут, опа, вот так вот, так вот. Правильно, ёбаные волки! Давайте ставьте правильно, что-то они не хотят ставиться правильно, вот. И, значит, вот тут вот тоже стенки начнем делать вот так вот, значит, из этих вот ступенечек давайте вот так вот сделаем. Я, ребят, просто все придумаю сразу на ходу. Вот, поэтому, как говорится, если хотите такой же построить курятник, как и у меня, то тоже можете повторять. Вот, поэтому я немного могу делать еще ошибки, поскольку я делаю все на ходу. Вот, да, вот так вот, наверное, все-таки будет лучше. Вот тут-то вот, вот тут-то вот, вот тут-то вот, значит, что мы сделаем? Вот тут-то вот, вот тут давайте возьмем обычные доски. Обычные доски, значит, давайте возьмем. Или нет, необычные доски. Давайте необычные доски, давайте возьмем тоже ступенечки. Давайте возьмем тоже ступенечки, только, например... Вот, возьмем, допустим, еловые ступенечки и попробуем сделать, знаете, как-то, ребят, сейчас вот так вот, подождите. Так вот, опа, во, да, ребят, вот так попробуем с вами сделать. Давайте вот так вот, оп, оп, во, посмотрите, ребят, какая будет получаться у нас уже красота. Вполне себе красивый у нас курятник получится, да, вот так вот, значит, заполняем остальными досками все. A few moments later. Вот так, ребят, мы уже с вами, значит, сделали. Большую часть сделал. Вот уже, в принципе, курочки-то смогут помещаться. Но, ребят, это еще не все. Это еще не все. Это какой-то, ну, некрасивый, понимаете? Вот, вот так вот давайте ступенечки сделаем. Нет, ступенечки тоже мы сделаем абсолютно не так, кстати. Давайте уже начнем делать, например, вот так вот тут. И вот так вот тут. И вот эту штуку уберем. Нет, точно, вот так у нас не получится, да? Значит, как-то надо попробовать сделать по-другому. Попробую сделать по-другому, но как сделать по-другому, я не знаю. Хм. А если вот так вот тут? Не, ну как-то, знаете, ребята, это некрасиво выглядит. Если бы оно было бы вот тут так вот, подождите, вот так. И теперь вот так вот. Но чтобы убрать вот этот нижний блок, я не знаю, как его убрать. Ну, подождите, давайте вот так попробуем. И... А если... Так, подождите, давайте вот так вот. Оп. И верхнюю брать. О, все, вот так, ребят, у нас вот такие получаются у нас ступенечки, значит. Уже, в принципе, выглядит неплохо. Но надо как-то сделать еще крышу. Плюс, наверное, как-то вот так вот тут все-таки вот так сделаем. И вот так, потому что по бокам, ну, как-то выглядит оно будет, если честно, не очень. Так, вот так по бокам, вот так вот, значит, сделаем еще вот так вот. Ой, так, вот так. И вот это тоже вот так вот сделаем. Вот тут я, значит, думаю, нам можно сделать, в принципе, окошечко небольшое. Вот, и вот туда тоже, с этой стороны тоже сделал небольшое окошечко. Вот, и теперь надо нам как-то сделать какую-нибудь интересную крышу. Так, давайте подумаем, ребят, с вами, как сделать интересную крышу. Вы напишите комментарий, как бы вы хотите сделать. Можете сделать по-своему, можете сделать не по-своему. А я вот думаю, как бы сделать интересную какую-нибудь крышу. Давайте, знаете, как попробуем сделать. Попробуем, как сделать. Вот так вот тут, опа. Ну-ка, вот так вот, давайте, оп-оп-оп-оп-оп. Давайте вот так вот попробуем сделать. Так, вот так, вот так, вот так тоже заполняем все вот этими досочками. И вот тут вот с этой стороны тоже вот так вот заполним все вот этими досочками. Оп, 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 вот так, вот так, вот так, вот так.
Так, теперь тут можно сделать окошко, но то как-то оно, знаете, ребят, будет не особо смотреться. Нет, тут это как-то оно не очень, если честно. Как же нам его сделать? Если, потому что если сделать со стекла, то тоже будет смотреться как-то не особо. Поэтому надо подумать, как сделать лучше окошко. Я пока сделаю так крышу, значит, вот так заполняем. И вот этими можно полублоками, какие, давайте подумаем, какими вот такими вот. Ребят, посмотрите, как интересно получается. А если вот так заполняем, значит. Так, давайте вот так, оп. Ребят, посмотрите, как красиво у нас получается. Смотрите, прям на ходу так строим сами курятник такой красивый. И уже неплохой домик получается для курочек, в котором они будут жить в будущем. Вот, когда я их заведу, правда. Вот так вот еще сделаем. И, в принципе, так. Тоже вот так тут заполняем, значит, досками. Вот, все. Вот, готово. Опа, ребят, посмотрите, какая красота. Я сам в таком бы доме жил бы. Ля, блин. Это еще и курятник, вы хотите сказать? Если бы тут было немного больше места, я бы сам бы тут жил бы. Так, потому что вот так вот, оп. Просто места нету для человека. Но для кури, в принципе, есть. Но, в принципе, можно сделать так, чтобы человек туда помещался. Ну, блин, ребят, это вполне себе комфортный вот такой вот дом. Тут можно так прилечь, отдохнуть, как говорится, поваляться. Вот. Так что, неплохой. Так, ну это еще не все, потому что, ну, слишком уж маленький какой-то такой. Ну, не то чтобы маленький, но тут, как бы, типа, надо что-то еще сделать. Вот. A few moments later. В общем, ребят, взял я, короче, полублоки еще. И думаю, как-то надо сделать тут у них, значит, чтобы закрывалось. Либо вот так вот, давайте поставим. Так, давайте вот так вот, опа. И оно будет закрываться, либо... Еще предлагаю такой вот вариант. Вот так, опа. И так вот двойная, типа, калитка вот такая будет для курей, чтобы они заходили. Но я думаю, лучше, короче, сделать вот тут так вот. Будет рассмотреться гораздо красивее. Вот. И чтобы еще для полноты картины, предлагаю еще вот так вот сделать. Так вот тут. Полублоками, наверное, давайте, да. Какими-нибудь полублоками. Давайте их возьмем где-нибудь. Так, вот они у нас тут полублоки, значит, есть. Давайте вот так вот, чтобы было еще красивее. Так, опа. Опа. Вот так вот заполняем, значит, вот так вот. Вот тут отделаем. Так, вот это тоже надо сделать. Что тут? А то что тут дырка у нас получается какая-то. Да что это такое? Да что ж. О, вот так вот. Ой, вполне себе маленькая, аккуратненькая кошечка. Даже не надо ничего туда ставить. И так вот, смотрите, ребят, красиво получается. И вот так вот с этой стороны. Вы можете, ребят, тоже повторять за мной, если вам тоже хочется сделать такой же тут курятник. Или у себя в деревне там, или может у себя... В городе каком-нибудь, там вы, может, выживаете, там можете тоже такой, в принципе, себе сделать. Вот. Это, конечно, все, ребят, хорошо, но надо вот тут еще убрать травку, значит. И сделать тут еще кое-что в этом месте, потому что, ну, курочки должны где-то еще на улицу выходить, допустим, где-то, что они должны днем тусоваться, не обязательно, чтобы все время вот. А курятник будет заходить чисто поспать, вздремнуть там, допустим, отдохнуть. A few moments later. Кстати, не нашел нужных этих предметов у меня, которые надо, поэтому я просто сделаю вот так вот. Смотрите, ребят. Значит, делаем такую огородку небольшую. Вот так. Оп. Вот так. Сюда. Вот сюда, наверное, еще вот так. В принципе, еще побольше места было. Вот. Вот так вот. И теперь с этой стороны тоже вот так. И вот сюда в эту сторону тоже ведем. Вот так. Опа, и готово, в принципе, готово. Осталось только тут поставить калиточку небольшую. Калиточку, значит, мы найдем вот тут, а вот где-то она была, калитка. Так, давайте пропишем калитка, потому что я не помню, как они находятся. Вот, можно, в принципе, вот такую давайте дубовую, потому что у нас немного дубовая, немного еловая, в принципе, вот так вот. Оп, ой, не туда. Оп, все, вот такая вот калиточка, смотрите, ребят, какая красота. Теперь можно взять вот этот... Вот это, значит, надо заремонтировать. Вот это, типа, выкопаем такую дорожку для курочек. В принципе, вот такую небольшую. Так вот, вот так. В принципе, тут тоже все заполним этим, потому что, ну, песок нам тут не нужен все равно. Так вот, ну, в принципе, можно чуть оставить. В принципе, чтобы было по красоте. Так. Ну, в принципе, песок тоже тут смотрится. Пусть немного песка все-таки все равно будет. Но тут мы чуть-чуть вот так вот выкопаем. Типа дорожка, почему-то здесь оно не копается. Ну ладно, допустим, давайте сюда все равно тут сделаем, типа вот тут немножко вот так вот. Оп. Вот почему-то тоже не хотит копаться, ну да ладно. Пофиг, не хотит, как хотит. Ладно, и без него нормально. Вот, может хотя бы, можно вот тут так вот поменять. А, не получается тут тоже поменять, и вот тут тоже, наверное, не получится. Ну ладно, ничего страшного.
Так, а еще можно вот здесь, значит, найти, ребят, как можно сделать. Можно сделать вот тут, вот, допустим, небольшую ямку, вот так вот. И с этой стороны тоже так над заборчиком небольшую ямку так сделать. И взять ведерочко воды. Вот оно у нас, ведерочко воды. И сделать вот так вот, опа, типа, чтобы они могли тут попить. Вот, вот так вот, вот так вот, вот так. И еще для красоты можно, знаете, как, ребят, сделать. Значит, возьмем мы с вами мотыгу, любую, в принципе. Возьмем так вот тоже землю. Ой, блин, ребята, я случайно накосячил. Случайно не там сделал. Я криворучка, так мне и пишите в комментариях, что я криворучка-рукожоп. И вот так вот тут сделать. Смотрите, ребят, вот так, вот так, вот так. Нет, слишком, наверное, слишком много. Наверное, по две штуки будет. Вот так. Вот так. И посадить, ребят, тут еще можно пшенички. Вот так вот отберем семена. Вот так вот тут, оп-оп. Оп-оп, еще даже, мало того, что мы тут заведем курочек, то еще у нас тут еще даже будет небольшой огородик. То теперь просто берем спавн куриц, значит, берем яйца. Вот так вот, эти куриные яйца. И спавним здесь курочек. Теперь у нас здесь будет целая куча курочек жить. Курочки, заселяйтесь, это ваша новая хата. Вы можете здесь жить, это ваш курятник, вот такой вот красивый. Так вот, отсюда тоже внутрь давайте какую-нибудь заспавним, вот так вот, опа. Мне интересно, смогут ли они заходить внутрь, выходить, заходить. Там вот это вот, давайте мы тут так откроем окошко. Вот так вот, вот так вот, еще там пару штучек. И вот, ребят, в итоге у нас вот такой вот получился небольшой красивый курятник на берегу моря. Ребят, посмотрите, на берегу моря такой красивый курятник. Хм, мне, в принципе, нравится, ребят. А нравится ли вам, напишите в комментариях. И я кое-что тут, кстати, забыл. Кое-что, кстати, я тут забыл. Кореш, ведь тут тоже смогут сбежать. Поэтому вот тут надо тоже закрыть, как говорится, загородкой. Вот, чтобы они не сбежали. Потому что вот, смотрите, ребят, у нас уже побег, куриный побег. У нас убегает курица. Ну ладно, взамен их мы тут заспавним новых. Да вот, оп, 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 все. Еще я хотел сделать тут немного такие стоги сена. О, господи, как их много. Откуда они текают? Не говорите, что они через это окно уходят, или как? Куда вы текаете, курица, а? Скажите мне, пожалуйста. Потому что у вас слишком много бегает. Я не помню, что у вас тут я слишком много спавнил. Вот. Ну, еще, ребят, также вы можете, допустим, вот так вот немножечко сена раскидать там, допустим, кое-где. Но с этим тоже, ребят, аккуратно, чтобы курицы тоже не убежали. Потому что эти гады такие могут убежать. Ну, в общем-то, вот, ребят, ролик подошел к концу. Надеюсь, он вам понравился. Я вам показал в этом ролике, как построить курятник в Майнкрафте. Очень веселое видео. В принципе, немножко полезное, немножко веселое, немножко развлекательное, немножечко... интересная, немножечко полезная. Короче, ладно, неважно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравился данный ролик. А с вами был Фоксик Плей. Всем удачи и всем пока-пока. Раньше здесь был мат.